Одна насекомая муха любила по небу летать. Ей в голову не приходило рабочее время считать. Ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла. Летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало, и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел. И главный начальник Марковкин претензиев к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензиев к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех и других. И главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. И главное, над короче не жизнь, а малина, короче летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что сколько-то не было там. И шансов она не имела вообще никаких, списаться никак по ушам. Спасибо.